директору Тихоокеанской мостостроительной компании, которая строила космодром «Восточный», предъявили обвинения. И сразу по двум статьям. Это преднамеренное банкротство, а также растрата в особо крупном размере. За аналогичные преступления уже отбывают срок двое его коллег. По версии следствия, руководитель строительной компании заключал заведомо невыгодные договоры поручительства и за два года разбогател почти на 300 миллионов рублей. Он покупал яхты, построил себе особняк, неплохо так устроился. Ну а рядовые сотрудники фирмы в то самое время сидели вообще без зарплаты. 120 миллионов задолжал им работодатель. Компания до сих пор остается одним из основных должников по зарплате в Приморье.